Согласно приказу Краевого департамента труда и занятости населения региона, был утвержден прожиточный минимум за первый и второй кварталы текущего года. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2012-го, за последние 6 месяцев стоимость потребительской корзины края выросла на 12%. Если в четвертом квартале прошлого года этот показатель составлял 6332 рубля, то теперь сумма увеличилась до 7110. Эти показатели означают, что в соответствии с региональным соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском крае не могут устанавливать работникам официальную зарплату в размере меньшем регионального прожиточного минимума. Утвержденные значения будут использоваться также для оценки уровня жизни населения края при реализации социальных программ, предоставлении государственной услуги по содействию гражданам в поиске работы, а также при оказании соцпомощи малоимущим гражданам и назначении ежемесячного пособия на детей.